готовьтесь к битве. Ага, вот у меня и Джакира сразу, нормально. У меня цифр нет. Ладно, погнали. Я уже пятую катку топ-1 беру. Я гнался за победой и все. Меня получается не слышно, да? Вообще не слышно. Тут есть связь? Алло, алло? Ну да, тебя слышно. А, во, все. А, то есть мы все-таки работает связь. Хорошо. Господи, мне, ну, мне был, короче, ОД, потом я паралял, ничего интересного не было, и вот снова дали ОД. А мне сразу макропира, я думаю, о, то есть Джакира, я такой, о, нормально. Ну все, снова, да, будем перекресток делать. Не, ну можно, я неплохо было бы. Да. Зайдешь на Discord сервер, пойдем в Дис или тут останемся? Как тебе удобно? Да, на самом деле можно и здесь пока. Просто я в Дискорде как бы особо не шарю. Возрождается. Там в Дискорде у тебя обязательно должны быть точнее, вот после решетки, короче, цифры, да. Да я не знаю, где их смотреть. Я нажимаю на профиль, там нифига нет. Ну, ты в левом нижнем там на свой ник нажимаешь, или как там, сейчас, секунду. Да, получается, ты нажимаешь на свою картинку, если в самом программе Дискорда смотришь. И там будет твой ник, решетка и цифры. И, типа там сразу можно скопировать это. Что мне брать, Face Shift или Astral OD? Или вообще экзорцизм? Я не знаю. Я сам не знаю, что мне есть навыков взять. У меня есть и Blitzstrike, и Overdrive, и то вкуснее. Возьму, наверное... Слышишь, а мы можем с тобой вдвоем просто мой Eclipse использовать. Ваншотать людей. А, да? Ну да, согласен. Но это контрится. Ну, пока не контрится, можно побаловаться. Да я в курсе, что ты мне писал. Как нет, зайди в DS, там снизу слева твой ник, нажимаешь, он копируется, и скидываешь его, ему надо. Так я не знаю, что ты имеешь в виду, я вообще не знаю, что мне в Дискорде, блин, нажимать, что куда вообще, мне не разбираюсь в нем особо. Чего он так сильно мочит? Охренеть. Жестко. Засейвил тебя. Ага, нога мне прям. Прикольно, можно что-то способностями можно обмениваться. Ну да. Да давно такое, как бы, не только в этом режиме. Да что? Макропира, где твоя? Пока не было, еще не было. Понял, все, хорошо. Да я просто думаю, что мне за перк взять лучше. Ну, я тоже долго думал, остановился на овердрайве. Может попробовать настакать винера, если получится. Можешь попробовать, у нас в принципе довольно-таки сильно будет. С макропирами особенно, это вообще жесть. Что такое? Да, 3-2-2, да, получается? Да нет. О, у меня, кстати, щиток медузы. Ну, я не играю через его, поэтому мне всегда маны не хватает. Да? Не знаю, потоки маны неплохо смотрятся, по крайней мере. Ну да, но только в троечку, наверное, когда. Я как-то брал в единичку и что-то... И что-то, да, говно, было, походу, да? Да, совсем. Куда ставить? Лево, право, троечку, куда? Наверное, вкуснее. Я, наверное... Ты имеешь в виду, куда ставки ставить? Я, наверное, лево. Да-да-да, направо, наверное, да? Чуть-чуть. Я налево поставил. Так, кстати, можно перезаливать бабки. Ты ставишь на одну, я ставлю на другую.
В теории, да. Там, кстати, кто-то ВКонтакте пишет, не могу понять, кто. Кто-то в друзья добавляется. Я уже не пишу тебе, это кто-то другой, это не я. Может, это твой брат. У меня, кстати, брат есть. Близнец, если чё. Нормально, у меня сестра. Ого. У меня только сеструха. Мне, кстати, если чё, 31. А, да? Я думал, ты меня на 2 года старше. Ну ладно. Нихера себе ты жёсткий, неплохо. Подловил. Тут, скорее всего, они просто как будто АФК стояли. Ну, блин, в блэк-холле катались. Кстати, я могу пока оставить, как есть. Контроль, есть защита, есть руптура под макропиру и экзорцизм неплохо. Ну, руптура, блин, под овер... Я ее когда тестил, она имеет смысл реально только с овердрайвом. То есть ты накинул там немножечко, челзик побегал, получил нормальный урон и все. А ну это да, я согласен. Я могу взять чистую удачу для критов, тоже неплохо будет. Ну тоже, да, неплохо. Так, чисто попробовать. Можно, кстати, попробовать настакать винера, было бы неплохо для макропира. Можешь открыть ДС, чтобы мы видели. Мы тебе подскажем. Да, давайте, наверное, в следующий раз, не сейчас. Давай скрины ВК тебе скину. Чек не ВК. Родной, чек не инсту, я тебе скинул. Нужен, будем бабки фармить, слышишь? Ну давай, давай. Чек не инсту, я тебе скинул, как скинуть свой дискорд. Ну, давайте я... мы сейчас поиграем, а потом уже будем разбираться с дискордом. Я вот думаю, мне брать Бристлбека или Аркан Ауру, чтобы усилить урон. Прям, даже не знаю. Вообще было бы хорошо, чтобы ты свои скиллы собрал. Да. Нифига себе, вот это мне лицо потерялось быстро. Ну так, немножко растворилось. Ну ничего. Да там, блин, один в МВ зашел, говнюк с эклипсом или что. Фу, такими быть. Блин, вот самое интересное, что нифига не выпадает. А я даже не увидел, там сверху чел был в инвизе, да? Да, он наверх убежал там в инвизе. А, я понял. Что, ну я 100 тысяч. Стан выпал, макропиры нет, интересно. Может стан даже, в принципе, слушай, контроль не помешает. Но у меня стан есть неплохой, по крайней мере под макропиру. Ну вот макропира выпала, есть и клоака, визажа, есть фаершторм. А, у тебя есть макропира, так бери макропиру и скидывай ее мне. Потом еще пороляем. Ну, или ты можешь пока ее у себя придержать, когда будешь ролять, типа... А, да-да, ну пока оставлю, да, потом буду, когда менять, передам тебе. На шестой скилл как раз. Давай. А трек, наверное, не имеет смысла, он тебе всего лишь 40 голды будет давать. Ну, что-то как-то совсем грустно. Да, мало. Ну, на первый, потом 80, то есть 160. Ну, а потом 340 голды. Ну, не знаю. Как будто слишком мало. Ну, я покачаю, чуть-чуть. Так я, кстати, не знаю. Видосом я хотел написать, трепочка, но Т9 заменил. Трек или нет? Что трек? Заменить? Не, у меня типа трек, я тебе деньги даю. И я вот вопрос, если я убиваю крепочка, тебе деньги выпадают или нет? Насчет этого не знаю, по идее вряд ли, но думаю, да, почему нет? Чтобы просто типа я раскидал трек, и ты типа крипов убил. Инсту скинул видос, как скинуть свой дискорд. Ого, там его испепелило, офигеть. Я понял, на меня дум, на меня дуэль, я понял. Все на меня. Гениально. За что меня, ё-моё? Ну, тебя-то лучше прятать, чтобы, типа, дуэль... Не прятать, я имею в виду, он в меня дум дал, другой дуэль дал в меня. Ну, меня тоже спрятали, типа, и пошли тебя ковырять, я не знаю. Предпочтение, но... ты как-то повкуснее видишь. Да-да. Ну, по крайней мере, тыкать одного, когда у другого еще и магический урон под овердрайвом, это глупости. Ну. Не хотят тебе винера посудовать. Они, может, не знают.
Еле успел. Так, чё, все сидят, слушают, господи. Не, согласен, да, стрим снайпера хватает. Да-да. Главное, чтобы по золоту было неплохо. Но еще есть такой фактор, новичкам везет. Да-да. Полностью согласен. Крейси, наверное, правые должны выиграть. Нифига не что так близко, я думал... Ага, а что не так близко, алло? Вообще капец. Если честно, нифига не понял. Вас же слышно в игре всем игрокам, вы не в группу говорите. А как говорить в группу? Это радость для нас. Да, их не должно быть в игре слышно. Не, ну то, что в дуосе неплохо сделали, вот когда мы в пати, да, мы говорим вроде в общий чат, но они не слышат. Ну да. Я про это говорил, но в прошлый раз я с Леона спрашивал, слышно меня или нет, а он мне ничего не отвечал. Я думал, что меня не слышно. Бинт в настройках, есть группа, есть команда. Не, ну контроль у него, конечно, неплохой, да, есть и Black Hole. Есть и, ну, и БКБшка, не когда не могут застанить. Но тут 100% надо этот... Что, что? Винера-то будешь брать? А, да-да-да. Или еще хочешь подождать? Подожду пока. Ух, ни хрена меня растворили. И меня растворили, а что это было? А куда так? А куда наше лицо улетело? Я думаю, это скорее всего фолс, плюс его перк и обратка. Да, там что-то обратка слишком жесткая. Нам нужно быстрее нашу комбинацию через макропиры выкладывать. Ну, опять же, БКБшка нужна 100% под обратку. Ты хоть успеваешь там накинуть трек? Да, успеваю, нормально. А донат со скольки высчитывается? Высвечивается? Не знаю. Не, ну может донат не высветился, потому что лагает, опять же, сервак бывает лагает. А я вижу, да, Абобус. Спасибо за 10 рублей. А чё это жжжжжжж? Там бывает просто оно не высвечивается из-за лагов. Там смотря откуда ты кидаешь, в основном. Такое тоже бывает. Ну вот уже один стак винера просрали. Обидно. Там, наверное, я буду немножко ждать все-таки, когда ты будешь раскидывать свои трайки. Да, макропира, конечно, быстро сожгла их, еле как успел. Ну да, так это еще винера нет. Да. Да ёптись, моб, мне сало накинуть. Да ладно, нормально. Ну, минус один. Ладно. Плюс 30 корона. Что-то мне какое-то говно выпадает на физика. Тебе да, что-то надо? У тебя там вообще совсем не очень. У меня вот сопротивление есть, я пока отложу. Я пока продал. Зачем оно нужно? Тут как раз под это все идеально зайдет щиток на четвертого тира. Там будет неплохо сопротивление броня. Все. Тут, конечно, отречение в любом случае надо брать против Дума. А, да, нормально. БХ и Огр, прям идеальная комбинация. Пойдем красиво смотритесь. Столько бы шекелей летело. Привет, настройка к доты. Во вкладке звука есть отдельная настройка для общения в пати. Блин, даже не знаю, тут, наверное, скорее всего, левые должны. Должны, по крайней мере.
Тут даже не знаю, что собрать в первую очередь. Либо БКБшку, либо собрать Бладстоун. Блин, опять макропира лежит. Да, все нормально, успел. Догоним вам, она долго лежит. Тут пишут, вдвоем красиво смотритесь. Я думал, хорошо же. Не успел нажать. Красиво, красиво. Я вот думаю, а мне вот если взять свой станчик, да, там и талантик будет неплохой. Он же неплохой стан все-таки. Ну да, неплохо там, будет. Там горячий. Просто единственное, что анимация неприятная. Но тогда можно собрать аркан блинк и будет неплохо. Да. Вроде смотришь на свое золото, особо не увеличивается от трека. Ну там золота дополнительного немного, конечно. Ну тебе немного, да, это мне тут накидывает нормально. Мне, считай, по 1000 падает, а тебе 360. А, ну да, там же союзникам чуть меньше, ну да, в половину. Да, чуть не в 3 раза меньше вообще. Мне 320 за крипочка, а тебе 120. Он кстати, говорит, пишет, как он, Магрус какой-то. Говорит, что ты его знаешь. Ну да, это он там инициативу проводил. Давай, иди с абилити поиграй. А, да, нормально. Я говорил, что ну мне будет неуютно. Я типа вот только-только недавно зашел. Мол, что абилити может посчитать, что я пытаюсь похайпить на его имени и всякое такое. А, да не. Мне насчет этого вообще пофиг, если честно. Ну. Мне без разницы, с кем играть. Со стримером, не со стримером, ё-моё, мне вообще без разницы. Я обычный человек, и я хайп не поддерживаю, как бы. Ну, я сам никогда не хайпился. Просто вот и не хотелось бы попасться вот на такого человека. Я же не знал, как ты вообще к такому относишься. Поэтому я сказал, если они хотят игры, чтобы мы вместе поиграли, пусть они сами спросят. Ё-моё, как быстро крипочки растворяются. Мне даже этот имбашоу писал. Что-то знакомый им пошел. Что писал бы? Ну, у него 200 тысяч подписчиков. Я давно тебя смотрю, но недавно узнал о существовании твоих стримов. Передаю привет, Илья. Здорово, здорово, спасибо за поддержку. Давно тебя смотрю, недавно узнал о существовании твоих стримов. Здорово, здорово. Я, кстати, все никак не разберусь, как там в этом на Твиче стримить. Ну, я стримил, но я не знаю, что там, куда писать, донаты куда кидать, вообще не знаю. Так это же все в ОБС-ке, все так же, одно и то же. Не, через ОБС-ку, да, но куда писать описание самих стримов, самих этих, самих донатов. Там внизу ты заходишь в вкладку описания, и там есть, типа, добавить квадратик, мол, ты туда добавляешь картиночку и описание внизу. Ну и делаешь кликабельную картинку. Это в принципе не сложно. А, именно на самом Твиче, да? В настройках. Да, на самой странице там. Там много всего настроек, там очень много. Так, возьму отвлечение, наверное. Потыкать. Кстати, мы деремся, ё-мо. Ага, мне дум накинули. Я пошел бегать. И я пошел бегать. А, легкая слишком. Я-то пока треки накидываю, я уже, блин, думы накладывают, еще что-то. У меня еще экзорцизм, который неплохо наносит урон. Да, кстати, хорошо. Блин, что-то у крипов на 30 волне 67% сопротивления эффекта. Вы серьезно? Что так много? О, кстати, я могу робу взять. Неплохо. Да, у тебя очень неплохая роба. А мне вообще нифига нет. Ну да, согласен, такое себе. Типа, чё, я колдаун брать? Ну,
Видимо, кулдауны буду брать. Могу сказать, для первого стрима в дуо с хорошей скиллы выпадают прям сразу. Ну да. Ну да. По крайней мере, Black Hole в дуо съе это имба. А Винера возьми. Да, реально прикольно. Я что-то совсем забыл про Винера вообще. Так да будет поинтереснее. Когда ты уже возьмешь его? Да, обнулят рейтинг. Там они написали, что они обнулят рейтинг после турнира. Турнир 11 числа. Я, в принципе, уже почти шмотки собрал. Ну и, соответственно, после 11 числа обнулят. По талантам нет никаких. Бессмысленно брать. Големов купола. Не, ну големы, да, они неплохие, купола тоже. Согласен. Да не, любые скиллы, которые наносят огромный урон, согласен, неплохо. Я не знаю, как. На кого накидываться? А, вот эти парни тяжелые, да? Ну, два фалспромиса, это уже люто, конечно, согласен. Да блин, они в инвизе сейчас будут бегать, я вард поставлю. Будем кидать. Да, давай, вард ставь. Я сейчас вниз отойду. Ё-моё, мне просто растворили. Живи, сейчас лопнет. Чё он не умирает, я не пойму. Да капец, долгий фолспрайм. А чё он не умирает? Я так понимаю, он кидает фолспромис на неё, что ли, или что? Прости, возможно. Я так понял, он нажал на нее фейлспромис, то есть сам сдох, а она выжила. Капец, блин. Махинаторы, блин. Да-да. Я даже Блейд Фури не смог нажать, блин, чтобы просто на меня ничего не повесили. У меня просто вот один защитный скилл, да, неплохо, но у меня ни брони нет, ни гаста, ни ветров, ничего. А у нее глейвы, она сильно слишком дамажит против меня. Да. А еще и блицстрайк, вообще жестко. Если я нажму БКБ и кину макропиру, этот Undying нажимает обратку, я сдыхаю. Я тебе трек дам, ты пофармишь деньги, у меня-то денег уже нормально. Че я буду выкидывать трек? Ну давай. Ты мне отдай там Раптуру, Раптура нам, наверное, нафиг не нужна. Ну давай, давай меняй, у тебя там бабла много, у меня всего лишь 4к. На. Спасибо. Твоя очередь фармить. Зачем тебе новый микрофон, кстати? Чтобы звук был чуть-чуть получше. Забыл переложить. Мощно, мощно. Нормально. Да. Ну довольно-таки токсично. Токсично, да? Ну а чё они дерутся? Реально. Выиграть хотят. Ой, я не то победил. Я случайно карасик убрал. Бля. Да, серьезно. Да, я случайно карасик выкинул. Блин. Ошибочка. А что ты выбросил? Я не понял. Каустик финал? Короче, скин, короче. Короче, скин. Сделайте уже перекрещивание. Сейчас сделаем. Нифига за 20к микро. Чуть больше, чуть лучше, думаю, будет. Не думаю. Не, я 20к поставил на бум. Я просто поставил 20к, чтобы просто люди понимали. О, подожди, нафиг хрону? Во, арена! Возможно. Все. Надо вторую еще макропиру и тупо в арену все. Ого.
Я ничего не делал, просто макропиру положил и все. Не, я не буду покупать микрофон за 20 тысяч, ты что? Я что? По местам они меняются. Да что, псих? Это слишком дорого. Если надо, могу тебе дать Force Boots, если надо. Да не, не, возьми лучше эту Arcanist Armor. Я пока, в принципе, с кулдаунами посижу. Я помню, ты копил за 6к из старых видосов, да кто тебя знает, может... кто меня знает, да. Кто меня знает и кто их знает. Да не, я в пределах 4к буду собирать. Точнее, не собирать, я уже насобирал. Буду покупать микрофон в пределах 4к. Кстати, вот, когда я говорю тебе, мне, то есть тебе меня нормально слышно? Да, отлично слышно. Все, не, просто без всяких там этих типа... Без всяких этих. Кстати, я нашел 6-й скилл, у меня есть мина. Брать мину или нет? Могу тебе дать эпицентр, или оставить себе эпицентр. Лучше... Блин, я не знаю, лучше... Вот когда ты 6-й скилл покупал, надо было мне уже макропиру дать, чтобы там шанс был, то что он дропнет. Хотя я быстро сдох. Ну вот это расправились. Так, ну для того, чтобы мне... Ты там роляешь или как? Кстати, я могу тебе книжки давать. О, точно. А, ну да, точно. Давай сюда макропир. Книжка где? Сейчас, макропиру-то дай. О. Сейчас я буду покупать. Ты там треки раскидывай. Да-да. Сука, не выпадает. А сколько у тебя бабла? Чё, ищи. Я тебе вон еще книжку кинул. О, Doom, надо? Doom. Не, пассив, он уже пассивки нам не выкинул. Ну, неудобно его будет кидать. Лучше искать макропиру. Я понял. Не, Dual Breeze можно было оставить, в принципе, ну ладно. Ой-ой-ой, я что-то зашел там это. А, нормально, накинул. Пока нету. Поменяй стан свой, Stormcraft Hammer. Эпицентр, типа, оставляй свои скиллы, ненужные убирай. Так хотя больше шанса будет найти. Да, я согласен. То, что больше шанса найти, если есть родной скилл, согласен, да. Тут уже Маргус прям требует перекрещивания рапир. Требует. Слушай, это классно. Как-то эти арены сделаны так непонятно, да? То есть они как-то в километре друг от друга находятся. Мне кажется, тут дальность атаки нужна прям огромная, чтобы достать. Не так, как в соло. Так что там с книжками? У меня уже нету денег. То у тебя вон 12к. А, я понял. Я-то скидываю, как деньги есть. Сейчас их нет. Появилась! Отлично, все. Ура! Капец, лаги просто жут. Да. Надо искать защиту. Надо 100% искать защиту. О, ультам и РТ. Надо. Ну в теории, типа, конечно же, против дровки и бомжа нормально будет. Короче, крест-накрест кидаем. Я думаю, понял, да? То есть я противоположному и сбоку, ну, в бок кидаю. И ты тоже так. Короче, я думаю, ты понял. А где твоя макропира, дружище?
Я кинул. А, все, нормально. Там смотри, он прям крест-накрест, идеально. Да-да, да, крестик. Кайф. Выглядит. Там просто этот купол прилетел. Да. Там, о, чтобы... есть еще эклипсик. О, можно, да, неплохо. Но это лучше всего все-таки на Луне, там, там башики. О, слышь, Chain Frost есть. Ага, да, нормально. Можно, кстати, эвейдить опять же с этим, либо ветрами, да, купол, либо блинком, но блинком тяжелее. Ну да, я почти вылетел, но что-то повернуло резко в купол. Моя ошибка была. Сколько еще стрим будет идти, не знаю. Ты сколько еще будешь играть? Ну, в принципе, пока еще могу. А сколько у тебя? Сколько у тебя времени вообще? Времени сколько? У меня, например. У меня 20 минут 12-го. У меня идет 6 часов и 22 минуты, а время у меня сейчас 4:20. Не, у меня 23:20. Ну да, у нас с тобой 7 часов вроде разница получается. Так это еще, я так понимаю, не оттуда. Ты туда переехал. Ну да, я в Канаду переехал, когда был очень мелкий. Ну как, 16 лет мне было. А-а-а. Ля, кстати, одинаковые эти. А, нет, не одинаковые у тебя этот. Ферстон. Да, я книжку возьму, сейф прям отличный вообще, особенно против дробки. Ну, я тоже возьму. О, и у меня путь снова, все. А, ты свой путь снова поменял? Ладно. А зачем мне путь снова? Не, говно. Не знаю. Мне нравится, дамажит нормально. Не, на крипах может быть неплохо, да, но на дуэли не особо. А там Doom, опять же, да, вот нужна 100% линка обязательно. Это проблемно. Ну, мы, в принципе, макропиру кидаем и все, пусть они там сами решают, что делать сами. Им как-то, наверное, потяжелее будет. Да он, гад, уходит, блин, ля. Крутит. Меня-то зашел. На, по голове. Какая вы гадость. Согласен. Я вот думаю, арена тебе нужна вообще или нет? Убирай, мне кажется, она бессмысленная. Нет, но она просто прикольно, что... Не, да, она прикольно смотрится, но из нее можно выйти, если включить БКБшку. Да, да. Я знаю. Да я поменяю просто деньги, пока ну, немножко. Я вот думаю, трек оставлять или можно убирать. Ну, если ты денег нафармил, то в принципе что-нибудь нафиг поможет. Да я уже их особо не нафармлю, мне кажется, можно менять. Ну, тогда да. Слушай, у меня диаболики есть. Не надо. Да не, скорее всего, диаболики здесь не особо имеют смысла, потому что они в одну цель. А их-то оба. Они не особо дамажить будут. Ну, да, но... Если мне, то ну, можно под мультикаст, под винера, согласен. 12 стаков уже. Ну да, у тебя винер еще там. Да, возьмем. Да, давай трек тогда возвращай. Ты типа можешь на твоем молоте влетать. Диаболиком, что делать? А я его активировал, чтобы не влетать. Ты думаешь, нужно влетать? А... Да, я не знаю, но можно как-то экспериментировать, почему бы нет. Не, ну диаболики будут дамажить неплохо, но мне нужно тогда искать, опять же, мультикаст, будет посильней. Хотя, мне кажется, даже вот экзорцизм, который физика, оно пробивает БКБ сильнее, чем диаболики. Я даже помню, на Тинкере играл, у меня был реарм, я крипов дефал чисто экзорцизмом. Мне на рандоме Борлтайм выпал. Жестко. О, нихрена себе, да, куда стреляешь, ты? Ужас. А подожди, кто еще? А, о, тут импостер бегает, инвизи. Да, нормально. Спрятался, видишь какой? Подожди, а чем ты засейвился, я не понял, книжкой что ли или чем?
А, у тебя Борл. Неплохо ты собрался там, алло. Мне Борл на рандоме выпал. Борл на рандоме. Ну это хорошо, да, согласен. Неплохо, прям жирненько. Это отлично, я бы сказал. Тут, кстати, тоже неплохие защитные скиллы. Shadow Realm. Крипы рассыпаются на ура просто. 56 раунд, вообще крипов даже не чувствую. Третий час ночи. Просто... Ну да, крипы слабые. Крипы. Вообще не ощущаем. Да. Порево, нормально. Да, билд называется, билд секс. Я пошел тогда в интеллект качаться уже. Я уже давно в интеллект иду. У меня 132 интеллекта, да, сожрал. Мне, кстати, можно даже типа физиком стать, если увеличить скорость атаки и пойти именно в ульт мой арты. То есть ты прям вот так. А частан не уберешь, а он тебя притягивает к противнику. Так, нет, он не притягивает делать, противнику. Еще убивать руки. Пожалей парней. Да. Я беспощадный. Да, это что такое? Ни хера себе, алло! Он просто надо стучал по голове. Ну, сплитшоты, слушай, это как... Подожди, а чё он не сдох, я не понял. Хер его знает. Капец там урона просто было. Да, согласен, писал, прям жесть какая-то, серьезно, да, мощно. Даже блокхолд не помог. А, блин, зачем я это купил? Не это купил, ладно. Так, у меня проблемки, у меня тут грызут. О, не грызут, нормально все. Дал мне дуэль, дал. Это я видел. Там нет тупо Думтон. Единственное, что хреново, да, то есть ульта МРТ, ее нужно контрить правильно. Неправильно контришь и все. Полин Скай, надо. Да не, я думаю, не очень. Надо книжки оставлять. На Хагайзере заходите. Идите вниз под макропиру. МРТ в дуэли отмудачил. Просто я еще неправильно нажимаю, опять же, да. То есть мне нужно ульт МРТ, по крайней мере, правильно нажимать, и тогда будет более-менее неплохо. Можно попробовать заменить стан. С одной стороны, он вроде как не особо сильно смотрится. О, я, кстати, Винтерс курс нашел. Надо? Может оставить? Можешь себе, в принципе, оставить. Мне уже все. Я уже собрал все кнопки. Там, кстати, инвиз будет. Мне кажется, надо вард поставить. А, так и да. У меня еще есть с собой. Он тут! О, он тут умирает. Я его видел под диаболиками. Короче, проблема с медузой, надо как-то от нее выживать. Так там, по-моему, не медуза убила, а именно этот. Или медуза. А мне показался арк этот, как его, то есть Виверна убил. Не-не-не. Ну да, там был Arctic Burn у него и еще Shadow Realm. У него дальность атаки прям по всему полю. Нам что-то тут, кстати, скорее всего, Курза, наверное, не пригодится, надо. Получается. Что там и Shadow Realm, и Shadow Dance. Не поможет, мне кажется. Как-то надо что-то с медузу вылавливать, по-другому вообще никак. Защитка у них хорошая, слишком. Может вард поставить или ну его. Сначала надо выловить медузу. Так,
А, нормально. Да. Так она била меня, и она мне не пробивала. А так она двоих бьет, у нее же сплитшот, там пофигу вообще. Сплитшот имбовый как-то. Надо диаболикой сразу, точно менять, диаболики и говно. О, я могу бристлбека взять. Ну не знаю, надо как-то сейвиться больше от этой медузы. Ну у меня, кстати, есть сейф неплохой вроде. Я, кстати, не брал эту книгу, могу в книжке бегать. Ну вот, книжка, ну, я думаю, нужна против медузки. Кстати, у тебя макропира не успевает, я подлю. Да блин, что-то падает прям все полное говно. О, Cold Embrace. А, я сдох, я не законтролил. Ё-моё, больно. Надо было в книжку уходить. Да блин, не законтролил, он меня просто с 2000 убило. Красава. Угу. Вот тут надо БКБ против него. У меня хотя бы крутилка есть каждые 13 секунд, поэтому я, в принципе, живу. Мне нужно единственное, что держать против нее ульту МРТ, потому что она меня не пробьет в любом случае. Что-то ты уже умираешь, лучше не бегать так. Ну я так, чисто, тычу свои лимиты. Там был звук, что кто-то из них умер, по-моему. Ну, скорее всего. А, случайно нажал. Скорее всего, будет это верно отлетать. А, ГГшка. Спасибо за игру. Всё? Спасибо за игру! Я вот думаю, следующую в дуо или как? Наверное, может, обычку пойдем? Давай обычную. Го обычку, ну.